Сегодня в Алматы официально закрыли велосипедный сезон. Утренний заезд стал заключительным аккордом. Вместе с алматинцами и гостями мегаполиса на старт вышел и наш корреспондент Бакыджан Нурпейсов. С первыми лучами солнца велолюбители начали прибывать на площадь республики. Сбор участников заключительного велопробега продолжался до половины девятого. Все алматинцы с нетерпением ждали заезда. Мне очень понравилось, я только вот с этого сезона начала, но я на всех велопробегах участвовала, ни один не пропускала. И на самом деле мне нравится то, что наш город и Акимат полностью поддерживают велоспорт. Велопробег это же призывает к здоровью, призывает к тому, чтобы слезть с автомобиля и сесть на велосипед. Все равно на велосипеде по городу, если ездить, намного лучше. Поскольку я успел поучаствовать почти на всех велопробегах, даже призы успел получить. Жалко, что заканчивается сезон и велопробегов больше не будет. Придется ждать еще до весны и лета. По сигналу велосипедисты стремительно рванули вперед. Дружно, задором несколько сотен участников отправились вверх по улице Желтарсан до проспекта Аль-Фараби. По пути к велоколонне присоединились и опоздавшие гонщики. Далее последовала традиционная бодрящая велопрогулка по главной магистрали города. Финишировали участники около парка первого президента. Дорогие алматинцы, дорогие гости нашего города, сегодня этот велопробег посвящаем на то, чтобы мы пропагандировали, за то, чтобы на высоком уровне прошла универсиада в 2017 году, которая будет в нашем городе. Окончательное завершение сезона прошло празднично, с подарками и поздравлениями. А после яркой концертной программы велолюбители отправились на прогулку по мегаполису. Бакыджан Нурпейсов, Арсен Сандыбаев, телеканал «Алматы».